какая-то свобода. Там люди стоят, задыхаются, курят, ну воняет. Капец, я тоже раньше помню, зайдешь, блядь, там такая вонь, такая удушье. А ты не куришь, ты свободен от этой вот рабской привычки. Какой-то кайф. Ребята, бросайте курить. Там фу, отсюда прям воняет. Ты стоишь, ты терпишь, эту вонь, оно воняет, как будто напержено всеми в мире. Вот реально, все, кто хочет свою там жизнь изменить, начните с малого. Бросьте курить хотя бы, вот реально. Потом бухать бросьте, потом жену бросьте. Я шучу. И меняйте окружение. Вот. Ваше окружение формирует вас, ваши привычки. Скажи мне, кто твой друг, я скажу. Ну, короче, бросайте курить все.